Большая честь для нас сегодня выступать здесь, в этом памятном историческом месте, в котором было очень серьезное для нашей страны событие, и мы с большим удовольствием сегодня здесь хотим поделиться своим творчеством. Частичка героев есть в каждом из нас, звездою внутри греет душу теплом. И если случается недобрый час, ты помнишь, что есть в твоем сердце добро. Вечно живут в благодарных сердцах, им покровительствует только Бог. Герои земны и в небесах, белою птицей летит самолет. Часто мнимы идеалы, вопреки истории. Вроде несложно проследить мотивы тех героев, которые в наших сердцах закладывают гордость, воспитывают твердость, подвигают на рекорды. Герой военных конфликтов для сына просто папа, грудью закрыл от пули командира, не заплакав, но уронил слезу, когда рука держала снимок, где в детском парке всей семьей стоят они в обнимку. Не сосчитать всех подвигов, что совершили деды, из цепких пальцев смерти вырвав нам победу. Бесценные поступки, судьбы, города и страны. Жаль, что не все героев лица попадают в кадр. Неважно, молод или стар, девчонка или парень, память героев, что в сердцах наших пылает. Для подвига найдется место, не зря есть пословица: героями не рождаются, ими становятся. Потомков есть ты и твой портрет, и на хранимой Богом русской земле. Знай, и ты можешь стать героем в сегодняшнем дне. Была Тунгия Полка, у нас есть руководитель Сергей Шаликов, который очень часто вкладывает этот смысл настоящего патриота, настоящего героя, и эту мысль несет и помогает не только воспитывать его в родине внутри, но еще и, конечно же, осознавать, да, и находить ответы на важные, нужные вопросы.